В Елабужском институте Казанского университета состоялась презентация нового профильного класса, который будет открыт в университетской школе в следующем году. О проекте под названием Digital English Class ученикам и их родителям рассказала директор института Елена Мирзон. В новый профильный класс могут поступить выпускники 9 классов Елабужских школ, желающие углубленно изучать информатику и иностранный язык. В ходе обучения учащиеся будут получать знания не только от своих учителей, но и от преподавателей КФУ, а сами занятия будут проходить в том числе на базе института и дома научной коллаборации. Этот класс действительно уникальный, поскольку в нашем городе, в Елабуге, таких классов больше нет. Там будет усилена информатика, и иностранный язык будет преподаваться на углубленном уровне, и будет сделан акцент прежде всего на Digital English, на IT в лингвистике. Отметим, что иностранный язык будет изучаться углубленно 6 дней в неделю, а информатика на базовом уровне 3 раза в неделю. Учащиеся смогут изучать отдельные дисциплины в рамках курсов на выбор и внеурочной деятельности. Отбор в новый профильный класс будет проходить в несколько этапов. Претендентам предстоит пройти анкетирование, собеседование, экзамен по грамматике и конкурсный отбор по аттестатам. Елизавета Никитина, Айдар Нурмиев, Универньюз. We'll be right back.